Сегодняшний день для наших ребят – это день окончания школы, и не только. Это день прощания с детством. Завтрашний рассвет они встретят взрослыми. Быть взрослым – это значит не только самостоятельно принимать решения. Быть взрослым – это значит быть ответственным, прежде всего, перед самим собой. Быть ответственным перед теми людьми, которые в вас искренне верят. Ну а я желаю вам поверить в вашу мечту. Я желаю вам дотянуться до звезды. И я желаю вам счастливых дорог, дорогие наши выпускники.